my boots are skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be in my situation? Джейн Булиту! Класс? Вот бы ее к нам в класс. Интересно, какая она? Блэкгуд просила нас быть к Джейн Бультл повнимательнее. Она здесь впервые. Не стесняйся, ты справишься. Сегодня мы будем изучать самый страшный вид монстров. Монстры-подростки. Если результаты будут положительными, быть может, я останусь в их среде обитания. В школе монстров. Кажется, это она. Все помнят, что нужно делать. Раз, два. Здравствуй, 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 Джейн! А? Эй! А куда она исчезла? Эти монстры еще более непредсказуемы, чем я предполагала. Они практикуют загадочные ритуалы. Подростки живут большими стаями. И я начинаю осваивать словечки монстров. Например, про красивую обувь они говорят: умереть не встать. Мне есть чему у них поучиться. Несколько раз в день они ходят к своим гробикам с замысловатыми черепушками на них. Так, кто знает, где произошло восстание упырей? В Нью-Монстре. Прекрасно, мисс. Кто-нибудь из вас познакомился с Джейн Булитл? Никто даже ее шерстки не видел. Это же сенсация! Новенькая пропала без вести! Моя экспедиция проходит совсем не так, как предполагалось. Здесь хорошо, но слишком много непонятных обычаев. Я в смятении. Я все еще опасаюсь, что меня здесь не примут. Пожалуй, я останусь в катакомбах и обдумаю свои дальнейшие исследования. Я знаю, что мне будет одиноко, но я еще не готова завести новых друзей.